пенсионер из Ленобласти развращал третьеклассницу. Подозреваемого в педофилии задержали в Волховском районе Ленинградской области. 19 августа в полицию обратилась 31-летняя женщина, проживающая в деревне Медниково. Она потребовала привлечь к ответственности 68-летнего жителя деревни Раглицы Волховского района. Женщина обвинила пенсионера в совершении насильственных действий сексуального характера над ее дочерью 2010 года рождения. На данный момент мужчина задержан и возбуждено уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.